Добрый вечер, дорогие наши телезрители. В эфире телеканал «Союз». Начинается передача «Беседы с батюшкой», ведущий Глеб Ильинский. И сегодня у нас в гостях протоиерей Александр Рябков, настоятель храма Дмитрия Солунского. Храм находится в Коломяках. Здравствуйте, дорогой отец Александр. Добрый вечер. Благословите наших телезрителей. Дорогие, помощи всем Божьей, всем Божьей благословения. Храни Господь. Дорогие наши друзья, тема передачи «Плоды веры». Если у вас есть свои вопросы, то, пожалуйста, задавайте их в прямом эфире по телефону в Санкт-Петербурге. Код города 812, телефон 677-62-44. Пожалуйста, звоните, мы будем очень признательны за ваше активное участие в жизни нашего телеканала. Дорогой отец Александр, «Плоды веры» – тема весьма, с одной стороны, общая, с другой стороны, столько здесь нюансов, столько, может быть, даже каких-то скрытых камней, если можно так выразиться. Потому что плоды веры нами всегда воспринимаются как нечто очень хорошее. И мы не думаем о том, что мы недостойны этих плодов, потому что мы верующие люди. И мы считаем, что мы верим правильно, потому что мы православные люди. Может быть, в этом есть какая-то уже провокационность, потому что плоды веры бывают действительно какие-то очень разные. И бывает так, что мы даже не готовы к ним. Конечно, есть искушение понимать плоды веры как некие материальные блага, которые должны подаваться верующему человеку за его благочестивую жизнь. В этом есть некий искаженный, по сути дела, фарисейский подход, понимание очень упрощенное и понимание, конечно, далекое от духовности. Потому что, говоря о плодах веры, мы говорим именно о плодах духовной жизни. Вера и духовная жизнь – это, конечно, в какой-то мере синонимы. И вспоминая апостола Павла, мы, разумеется, можем произнести его цитату, его гимн буквально духовной жизни о том, что плоды же Духа есть любовь, есть радость, есть мир, долготерпение, кротость, воздержание, благость, да, милосердие. Все перечисляет это апостол Павел. И вот эти плоды веры, конечно же, далеко отстоят от какой-то корысти, которую может ожидать обыватель, приходя в храм, ставя свечу и представляя себе, что, совершив этот акт, он сделал уже Бога своим должником, и Бог должен ему за его приход в храм, за его пожертвование, за его присутствие за богослужением, решать его проблемы, помогать ему в карьерном росте, помогать ему в бизнесе, помогать ему в здоровье, там, помогать ему в каких-то земных свершениях, в том числе и материальных. Церковная жизнь нацелена на то, чтобы нас к Богу приблизить. Не чтобы Бога сделать нашим должником, а чтобы нас к Богу приблизить. Человек ищет, в первую очередь, Бога, ищет Царствия Небесного. Если же мы понимаем плоды веры как успех и удача в построении земного царства, здесь, конечно, кроется большая ошибка. При этом, говоря о богатстве, да, о богатстве материальном, мы и сегодняшнее Евангелие, в том числе рядовое, читавшееся сегодня за литургией, говорит об искушении богатством. Но и это слово требует расшифровки. Богатство – это не только материальные блага, которые могут быть искушением, по слову евангельскому. Да? Мы можем быть богаты временем своим, и можем это время тратить на праздность, на грех, на страсти. Можем быть богаты здоровьем, и это здоровье может быть искушением. Мы можем быть настолько увлечены этим богатством, что, впадая в какие-то грехи невоздержанности, в яствиях, в питии, а потом уже начинается, как помним по слову апостола Павла, что вином, если упиваться, то начинается блуд, разврат. А здоровье человеку на первом этапе позволяет вырабатывать себе эти навыки греховной жизни. И гибнет душа,
Не только тело гибнет, со временем оно истлевает, да, разрушается. Но самое-то главное, гибнет душа. Душа приобретает те навыки, которые влекут ее в ад, в гиену, а не к Царству Небесному. Человек может быть богат также силой, физической силой в том числе. Да? И мы знаем, есть такая пословица: сила есть, ума не надо. Говорит нам о том, что искушением, вот этим богатством силы может завести человека к каким-то преступлениям, проступкам, которые губят его жизнь, его судьбу, его будущее, перечеркивают, именно потому, что он был богат силой физической и неправильно эту силу физическую использовал. Господь нам дает много всяких плодов. Плодов просто даже физической жизни, не только духовной. Да? Человек может быть действительно богат талантами. И эти таланты могут его привести через искушение этим талантом к гордыне, самолюбию, самомнению. Он может верить в себя, в свой талант, в свои способности. А мы знаем, что талант, на самом деле, 90% как бы труда, крови, пота, работы. А когда человек увлекается своей талантливостью, мы знаем, что он начинает верить в себя, а не в Бога. Значит, начинает расслабляться. И мы знаем, сколько талантливых людей свою жизнь заканчивали тоже печально из-за своей гордыни, из-за своей обидчивости, что его талантом или его способностью никто-то не признал. Что касается плодов же духовной жизни, плодов жизни по вере, то, конечно же, мы, чтобы понять эти плоды более выпукло, мы можем идти от обратного. Каковы плоды без духовной жизни, да, то есть, когда человек увлечен поиском не Царствия Небесного, не стяжание Духа Святаго Божьего, по слову преподобного Серафима Саровского, тогда он увлекается стяжанием каких-то материальных, физических, да, благ. Может быть, это стяжание образованности, эрудиции, стяжание каких-то способностей, какой-то тренированности, может быть, да, но все это делается не во славу Божию, а в свою славу. Человек поклоняется себе. Здесь уже момент идолопоклонства присутствует. Поклоняется своим силам, своим способностям, талантам. Самому себе поклоняется. И, конечно же, человек рано или поздно приобретает одиночество. Человек замыкается в увлеченности собой. Конечно, когда человек увлечен приобретением материальных каких-то благ, то, конечно, он становится способным идти напролом, идти по головам, толкать другого человека, друга своего локтями, да, соперничать, соревноваться. И в этом соревновании переступать через другого человека. Вот это плоды бездуховной жизни. Да? Теряется милосердие, теряется сострадание, соболезнование, сопереживание, способность сопереживать и соболезновать человеку. А этим мы и оправдываемся на страшном суде. Свое бытие на земле мы оправдываем на страшном суде тем, что мы проявляли милосердие. А Господь нам говорит о том, что если мы хотим быть ближе к Богу, да, мы должны быть милосердными, как милосерден Отец наш Небесный. Исполнять заповеди. Если мы ищем присутствие Бога в нашем сердце, Господь нам прямо говорит: тот, кто заповеди мои соблюдает, к тому приду я с Отцом и обитель в нем сотворю. То есть, если мы хотим, чтобы Дух Святой, да, Святая Троица была в нас, внутри нас, а что она несет нам? Мир, любовь, тишину, покой. Если мы этого хотим, то мы должны заповеди соблюдать. И в первую очередь заповедь любви к Богу и любви к ближнему. Вот что, у нас есть телефонный звонок. Давайте мы его примем. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь. И откуда вы звоните? Добрый вечер. Надежда, Воронежская область. Здравствуйте, Надежда. У меня такой вопрос. Вот апостол Павел говорил, что не надо замуж выходить, не надо жениться, тогда вы будете с Господом. А если вы замужем, женились, то вы будете думать и болеть о своих близких. Так вот у меня вопрос. Может ли мирянин получить плод радости от веры? Или у нас веры не хватает? Или как тогда это, что за радость? Спасибо. Спасибо. Апостол Павел не был категоричен в своих словах, и его слова не являются отвержением брака, ни в коем случае. Апостол Павел много говорит и о браке, и о семейной жизни. Мы помним, что апостол говорит также, даже чтение апостольское, один из отрывков читается на таинстве венчания, где апостол заповедал и призывает
супруга, да, там, жениха, будущего мужа, беречь свою жену, как свою плоть. То есть тут нет никакого отторжения брака. Также апостол Павел предупреждает мужа, да, что жена – это не мощнейший сосуд. Там, если это латинский текст, там «ваза». Она, то есть сосуд немощной. То есть такая хрупкая ваза жена. И, конечно же, здесь призыв к этой бережливости, который должен проявлять супруг к своей жене. Опять же, нам говорит о том, что апостол Павел не отвергал брака. И брак – это та самая школа, как и монастырская на самом деле. Школа послушания. Школа внимания самому себе, внимания к человеку, вслушивание в слова другого, ближнего. По сути дела, да, конечно, в браке также присутствует целомудрие. Нам кажется, что брак и супружеские отношения отстоят просто далеко, в какие-то космические расстояния от целомудрия. Почему мы так считаем? Не может быть настоящего христианского брака без целомудрия. И, конечно же, брак построен не на удовольствиях, не на получении удовольствия плотского, а на созидании домашней церкви. Об этом тоже нам говорит Священное Писание и апостольские слова. Это тоже напоминание о том, что семья – это домашняя церковь. А сам апостол Павел многократно говорит о том, как нужно родителям воспитывать своих детей. Также говорит о том, что священнослужитель не может быть в полной мере пастырем, если в его личной семье непорядок. Где же здесь отторжение брака? Поэтому, если уж тем более апостол говорит о том, что да, лучшая школа пастырства для священника – это его личная семья, его домашняя церковь, то, конечно же, здесь мы понимаем, что апостол не отвергал брака, а наоборот говорил и считал, что брак, семья – лучшая школа христианской жизни. Это выбор, да, человека, который может понести, именно не может понести монашество. Что касается этих слов, которые вы процитировали, о том, что жена или муж старается угодить жене или мужу, это предупреждение о том, что, конечно, иногда у нас у всех есть человекоугодие. Это не только есть в браке человекоугодие. Человекоугодие может быть и в безбрачной жизни, да, когда человек ради корыстных целей перед кем-то лебезит, лицемерит. И это опять же плоды бездуховной жизни, когда Бога нет в сердце, когда поиска и устремленности к Богу нет, тогда, конечно, человек становится идолопоклонником. Это могут быть вещи какие-то, удовольствия, какие-то состояния, душевные в том числе состояния. Это может человек поклоняться. И, конечно же, люди. Когда человек не верит в Бога, да, что Бог знает, что мне надо. Когда нет этой веры, что Бог лучше понимает, что мне сегодня полезно. Когда нет этого доверия к Богу, тогда есть вера в человека. В связи, в знакомство, в богатство, в князя и сына человеческого, с маленькой буквы, разумеется. Да? То есть вера в человека, что он может помочь мне. Только человек меня может вылечить какой-то. Только человек может мне дать работу. Только человек может меня, значит, помочь мне материально. Какой-то человек, да, богатый или начальник, или, значит, какой-то руководитель. То есть вера уже, да. И мы ищем этих связей, ищем этих знакомств. И начинаем действительно опутываться в том числе этими связями, которые иногда уже становятся не помогающими, а отнимающими время от молитвы. Когда мы должны всем угождать, всем поклоняться, всем успевать проявить какое-то свое расположение. Вот о чем говорит апостол Павел. Когда действительно мы уже поклоняемся человеку. И это плоды бездуховной жизни. Каковы еще плоды бездуховной жизни? Когда мы вот говорим о духовности, мы говорим, да, о том, что есть мир, долготерпение, любовь. Любовь бескорыстная. Бескорыстная любовь к человеку. Жертвенная любовь. Когда же нет духовной жизни, тогда, конечно же, есть любовь даже не к себе, а любовь к своим страстям, любовь к своей гордыне, любовь к своему какому-то темному «я».
И, конечно же, на этом пути человек губит себя и свою телесную, и духовную жизнь. Если мы считаем, что плоды духовной жизни, повторяя апостола Павла, согласны с этим, да, что это милосердие, то здесь тоже большая опасность нас подстерегает в бездуховности. Конечно, мы теряем способность к милосердию и теряем то, чем мы можем оправдаться на страшном суде. Мы поем на всеночной: «Научи меня, Господи, оправданием Твоим». Проблема в том, что мы привыкли себя сами оправдывать. Что такое оправдание Божие? Это когда Господь помогает нам своими добрыми делами, которые мы можем творить, заменить, заместить, перекрыть наши злые поступки и тем самым оправдать свое бытие на земле. Также, говоря о духовной жизни, мы видим, что апостол говорит, что это воздержание, это кротость, воздержание. Вот когда нет духовной жизни, когда нет веры в Бога, а есть вера в материю, что материя доставляет радость или счастье, тогда человек ищет радости в чем-то плотском. Это может быть еда, это может быть вино, это может быть какие-то наркотические вещества, это может быть действительно уже разврат, какие-то развратные действия. Он ищет успокоение, анестезии. Действительно, анестезии, потому что вся его жизнь бездуховная, она наполнена тоской, печалью, унынием, отчаянием. И человек ищет анестезии от всего этого, от последствий бездуховной жизни, ищет в материальных каких-то таких удовольствиях, которые призваны отвлечь его или развлечь. Почему всегда святые отрицательно к развлечению, к отвлеченности, к каким-то увлеченностью какими-то предметами. И здесь мы видим, конечно, что, с одной стороны, многие наши современники не видят ничего плохого в каких-то удовольствиях. Хотя плоды увлеченности какими-то страстными удовольствиями греховными, они же явно перед нами стоят и вопиют. Это пьянство, это разрушенные семьи, это погубленное здоровье. Это страдающие невинные дети. Хотя первоначально человек считал, что он ничего страшного и не делает. Говоря о кротости, которая тоже есть плоды духовной жизни по вере, здесь мы видим, когда нет кротости, когда нет смирения, тогда возникает, конечно же, гордыня. И гордыня, она очень много человеку дает вреда. Потому что само по себе смирение, оно, конечно же, порождает мир. Мир с Богом, мир с ближним, мир с самим собой. И правильную меру о самом себе. Человек правильно понимает себя, на что он способен, что он может поднять, что он может осилить. И когда нет смирения, всегда человек, к сожалению, эту меру завышает и всегда терпит фиаско и кораблекрушение в своей ложной вере, по слову апостола Павла, вере в самого себя. Так, вот, у нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, и откуда вы звоните? Добрый вечер, Евгений, Белгород. Алло. Добрый вечер, да, слушаю вас. У меня такой вот вопрос. Вы сейчас сами тоже сказали, что самый главный плод веры – это соблюдение заповедей. Вот попробовать хотя бы один день пожить, даже хоть час, чтобы не позавидовать никому, это очень тяжело, это вообще, а другие заповеди вообще трудно. А вот у меня в чем смысл моего вопроса? Не является ли сейчас причастие хорошим прикрытием, чтобы этого ничего не делать основного? То есть причастился, отчитался о грехах, отчет произвел. Угу. И все продолжается так же самое. Пришел, осудил соседа, переругался со всеми. А никаких изменений не происходит, потому что мы главного не делаем. А причастился Христос во мне. Все дела сделаны, а все прекрасно. Угу. Думаю, очень прекрасный вопрос и очень хороший вопрос. И очень по существу. Здесь мы уже подходим к самому предмету веры, и что в вере должен присутствовать страх Божий. И вот страх Божий, по-моему, это еще и духовный иммунитет. Да, должно быть страшно подойти к причастию. Страшно с мыслью о том, что во мне ничего не поменяется. Я причащусь, я действительно возвращусь домой, буду осуждать соседа, завидовать соседу. Я приду домой, а сегодня, может быть, праздник какой-то церковный, и по традиции я накрою стол, я-то буду объедаться и, может, даже опиваться. Человек уже заранее себя программирует. Даже присутствие за литургией, подходя к святой чаше, он понимает, что он сегодня будет пить водку, есть в огромном количестве скоромную пищу, потому что сегодня праздник.
И он считает, что по-другому быть и не должно. Действительно, здесь нет никаких плодов веры. То есть, если мы говорим о том, что вера – это плод духовной жизни, это воздержание, то человек себя уже запрограммировал, что никакого воздержания ему не надо. Да, он отстоял службу, он причастился, а теперь он имеет право расслабиться, потому что накануне он постился. Так же и с постом, даже вот многодневный, даже Великий пост, он также понимается очень часто людьми как нагуливание аппетита. Или отдавание какого-то, может быть, долга, при этом, когда ты отдаешь этот долг Богу, какой-то религиозный долг, то уже не я уже у Бога должник, а Бог уже мой должник. Как же? Я же пропастился. Теперь закрой, Господи, глаза на меня. Я теперь буду объедаться, я пиваться, я оставлю молитву. Я же 40 дней поста молился, я же постился. Я же не пил, не курил. Ну, а теперь-то что? Теперь что, нельзя, что ли? Теперь можно. По сути дела, что это? Как не нагуливание аппетита. И духовной жизни нет. Так вот, страх Божий и вера, по сути дела, это духовный иммунитет. Когда человек пытается духовно выздороветь. И, выходя из поста, он не ждет, когда же, наконец, этот пост закончится, я, наконец-то, могу снова курить, пить, есть колбасу в каком-то неограниченном количестве. Чтобы заболела там, не знаю, поджелудочная или печень. Зачем же ты постился? Ты постился для чего? Для того, чтобы духовно, хоть на пол, скажем там, на какую-то ступеньку, на пол ступеньки быть выше. Выше своей страстности. Для чего ты причастился сегодня? Для того, чтобы Господь тебе дал силы, чтобы ты сумел прийти домой, не ссориться, не ругаться, не осуждать, не завидовать. Хотя бы вот сейчас. Отказаться от каких-то страстных вещей, от праздного времяпрепровождения. Господь в том числе тебя причастил для того, чтобы ты мог даже идти не домой, а к кому-то, кого давно надо уже посетить, проявить ему соболезнование, сопереживание, сострадание. Найти все. Господь тебе дал силы, чтобы ты сумел мобилизоваться и пойти сделать доброе дело. Кому-то, может быть, если это носили дрова, может быть, порубить, там, расколоть, да, соседки, может быть, пожилой. Посетить, может быть, больного человека, даже близкого родственника, которому ты никак не мог собраться. Попросить прощения у кого-то, кого ты обидел. Для того тебе Господь сегодня дал авансом святые таинства. Это и есть плоды духовной жизни. Прекрасный вопрос от Евгения к нам поступил. Где наши плоды духовной жизни, если мы причастились и не хотим использовать те духовные дары, которые мы получили, и только формально отбыли свой номер. И здесь мы понимаем, что вера превращается в некую партийность, отвлеченную теорию, абстрактную философию или знание какое-то абстрактное, расплывчатое, но не в живое личное общение с Богом, которое нас духовно поднимает, духовно обновляет, духовно преображает. Здесь чистое какое-то формальное присутствие в какой-то формальной организации, которая духовно нас не меняет, не производит никакого у нас перемены. Это большая проблема, потому что иногда мы получаем веру по наследству. Мы выросли, может быть, в верующей семье. При этом все наши действия идут вразрез всем постулатам веры. Да, мы говорим о вере, мы приходим в храм, мы стоим на службе, но при этом нас полностью поработило корыстолюбие, жадность, зависть, мстительность. И мы, называя себя верующим человеком, даже, может быть, считая себя выцерковленным человеком, можем без зазрения совести мстить, завидовать, приобретать что-то неправильным путем, брать чужое, замахиваться, может быть, действительно на человека, да, и даже на его имущество. И при этом себя считаем вполне верующими людьми. Считая, что по-другому поступить мы не могли в этих ситуациях, которые вот мы перечислили. Здесь нужно было отомстить, здесь нужно было не упустить своего, здесь, значит, нужно было взять, что плохо лежит. И при этом все хорошо. Человек себя считает вполне верующим, вполне церковным. Поэтому здесь мы видим, что вера, она, конечно, в себя вбирает массу компонентов. Да, это любовь бескорыстная к Богу. Это действительно доверие к Богу и смирение.
И доверие к Богу здесь очень важно. Плоды веры, они проявляются еще в том, что действительно у человека есть доверие, когда он не суетится, а он знает, что Бог лучше понимает, что мне сегодня полезно. К сожалению, мы видим, что в нас очень мало веры, потому что мы считаем, прям чувствуем горячо, что я лучше Бога знаю, что мне надо, что мне полезно и что мне сегодня необходимо. И мы поэтому и обижаемся на Бога, что Он не послал мне сегодня того, что я запланировал. И не понимаем мы того, что Господь нам чего-то не дает и не посылает, во-первых, потому что мы к этому не готовы, нам будет в искушении. То же самое, да, богатство материальное, богатство здоровьем, богатство физической силой, богатство талантами. Все это нам Господь многим не дал, не дает, потому что Он видит, что это будет все в искушении человеку. Он возгордится и пойдет путем неправедным, пойдет не в объятие Сына Божьего, а в объятие первого гордеца, Люцифера, Деницы, то есть сатаны. Потому что человек и получает от Бога не блага какие-то, а иногда получает и неуспех, и неудачу, и нездоровье. Потому что самая главная цель у Бога – не дать нам материальный комфорт земной жизни, а спасти наши бессмертные души. И Господь говорит: «Блаженны нищие духом». И потому Господь нас и смиряет, чтобы эта нищета, вот это ощущение недостаточности было в нас, и мы искали Бога. Потому что если мы Бога не ищем, если мы к Нему не стремимся, то мы идем в обратную сторону. Значит, идем к вечной погибели, к вечной смерти, к пребыванию с темными силами. Вечности! Надо это понять. Если здесь нас посещают горькие плоды бездуховности, как тоска, печаль, уныние, отчаяние. Если мы вкушаем здесь, сейчас, на земле, эти плоды, горькие плоды бездуховной жизни, то мы можем, конечно же, с одной стороны, где-то отвлечься, хотя это неправильный путь. Развлечься мы можем тоже чем-то. Посмотрите какой-то фильм, кино, да, кто-то, значит, что-то употребит, чтобы немножко тоску снять печаль, снять уныние, снять страх в том числе. Мы можем отвлечься. Мы можем сделать лучше на самом деле. Мы можем сейчас прийти на исповедь и покаяться в тех самых грехах, которые нас ввергли в эту тоску, печаль, уныние и отчаяние. Признать их, понять, в чем причина этого адского состояния. Но если мы перейдем в вечность с этим, если мы не успеем покаяться, если мы не успеем исправиться, если мы не успеем осознать неправильность своего пути, то мы переходим уже в вечную тоску, вечный страх, вечное отчаяние, вечное уныние. И это все плоды бездуховной жизни. А плоды духовной жизни, как мы слышали, да, плоды веры – это радость. Радость – принципиальная вещь. То есть мы не говорим о счастье. В самом слове «счастье» присутствует какая-то частичность. Сиюминутность, сейчас, счастье, часть чего-то. Да? Это слова нет в Библии. В Библии есть слово «радость». То есть такое целокупное, объемное понятие. Радость. И действительно, нам кажется, что плоды религиозной жизни – это действительно успех. Успех карьерный, успех финансовый, успех материальный, успех, связанный с счастьем, которое проявляется в здоровье, да, физическом. Но мы знаем, что многие святые не обладали физическим здоровьем, физическими силами. И при этом они, не то, что они были счастливы, они были радостны. То есть они умели, как апостол Павел, будучи имеющим телесный недуг, как Серафим Саровский, который имел действительно не только недуг, но имел, как сказать, изъяны, которые нанесли ему люди, искалечили его злые люди. Да, да? Но при этом этих людей он простил и понимал, что вот это избиение, которое с ним совершилось, да, это все то, что его в нем развивает смирение. Вот это осознание недостаточности и поиск Бога. Когда себя человек считает достаточным, когда он себя считает сильным, когда он себя считает смелым, богатым себя считает, он не ищет Бога. Особенно, действительно, богатство даже материальное. Когда человек считает, что он может все купить, даже и здоровье, то, конечно же, Бог ему не нужен. И проблема-то не в том, что ему не нужен Бог. Проблема не в том, что мы потеряли члена церкви. Проблема не в этом. Проблема заключается в том, что гибнет душа. Что, может быть, человек проживет всю жизнь на земле комфортно. И считая себя достаточным, живущим в достатке, сильным, славным, почетным, уважаемым,
он приходит к тому, что переход его действительно трагически, печально. Во-первых, конечно, он сразу скорбит о том, что он теряет это все. Почему человек начинает бояться смерти? Потому что он теряет то, что он может пощупать, взять в руки, съесть, положить в карман. И переходит туда, где нет никаких карманов. И он это понимает. И он, потому что вся его жизнь, вся его вера была связана с материальным. И потому такой огромный страх смерти у человека, который жил бездуховной жизнью. Поэтому надо заметить еще такую вещь, что, говоря о духовности, мы ее можем подменять. Иногда люди говорят, ну что же, я могу быть хорошим человеком и без всякой духовности. Да, и здесь мы приходим к такому понятию светскому – порядочность. Но Господь нас именно учил духовности, а не порядочности. Потому что порядочность – такая вещь очень партийная, действительно. Когда мы подменяем даже сами верующие понятие духовности в религиозности, да, вот этой какой-то партийностью. Когда мы просто знаем какие-то правила жизни, правила поведения, знаем, когда говорить «спаси Господи», когда «во славу Божью», и значит все хорошо, и мы свои в этой партии. Это неправильно, это неверно, это фарисейский подход. Также есть фарисейство светское, когда люди говорят, что нам не нужна никакая религиозность вообще, потому что мы сами порядочные люди. Им сказали коллеги, может быть, по работе, им на юбилее говорили какие-то это восторженные речи, их хвалили за их, может быть, какие-то открытия или какие-то, может быть, достижения в работе. И они себя считают порядочными. И он считает, я там, отдавал долги вовремя, например, да, еще чего-нибудь там. При этом, конечно же, человек может быть греховным, бездуховным, страстным, живущим в невоздержании, в изменах, да. Например, человек считает себя порядочным, потому что он не украл у друга какого-то что-то, да, но он взял, например, что-то с работы. Человек может быть считать себя порядочным, несмотря на то, что он сделал работу свою плохо, но получил за это деньги. Ну, а что, все так делают. И при этом он себя считает порядочным. Он, как у него, знаете, как какой-то паспорт такой есть на него. Я порядочный. Он себе это внушил. И даже считает, что с этой порядочностью я имею право пройти в Царство Небесное. Без всякой духовности. Без всякого милосердия, в том числе. Такие, прям такие обвинительные, настоящие обвинительные слова. У нас есть телефонный звонок. Да. Давайте мы его примем. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, ведущий. Меня зовут София, я из Москвы звоню. Вот я хотела задать такой вопрос. Вот почему Бог не сделал так, что Он не открыл себя явно всем людям? И опять же, показал там свой промысел, там, может быть, жизни каждого человека, чтобы человек видел, почему там это произошло, почему это произошло. А не сидел и гадал, вот а за что мне это, а что такое. И поэтому я бы хотела задать такой вопрос. Вот я изучаю, например, в свое время буддизм, я открыла такую вещь, что то, что они говорят, например, про блуд, это гораздо более доходчиво и понятнее, почему это плохо, чем в православии. Потому что в православии говорят, вот это плохо, потому что так написано, так сказал Христос. Но не объясняются причины. Вот. А там это все объясняется. Тогда получается, что это вводит людей в заблуждение. И они уходят в другие религиозные практики. Так вот я и задаю вопрос, почему тогда Христос не открыл себя явно, чтобы показать, да, вот правильно христианство, правильно православие. Почему же он оставил такое количество людей, чтобы они уходили в другие практики, которые действительно дают ответы на огромное количество вопросов? Я просто сама знаю на своем опыте, в отличие от православия. Спасибо вам большое. До свидания. Я думаю, что здесь кроется очень большая ошибка. Господь, во-первых, конечно, себя явил явно. Да? С другой стороны, логичность каких-либо учений – это еще не знак качества и не знак их правильности. И понятность какой-то религиозной практики, ее простота, может быть, даже – это тоже не знак качества этой практики. Мы как раз верим не в учение. Проблема и разница – и различие, и отличие христианства от других религий в том, что христианство – это не учение. Это даже не религия. Это именно вера. Вера в Слово Божие. Вера в то, что Бог стал человеком. Вот самое главное. И чтобы с
И чтобы с этим Богом, Словом соединиться, чтобы достичь Царствия Небесного, чтобы Царствие Небесное, которое пришло в силе, вошло в мою душу, действительно отвергаются и отсекаются те страсти, которые стали моим вторым я. Поэтому Евангелие говорит, если рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее, брось ее, чтобы тебе войти, пусть без руки, но в Царствие Небесное. Или око тебя соблазняет. Почему так говорит? Да потому что грех, который стал моим вторым я, срос со мной. И действительно, отрывать от себя грех, это то же самое, что отсекать иногда часть своего тела. Но для чего это делает человек? Для того, чтобы войти в общение с Богом. Не для того, чтобы достичь какого-то комфорта, даже психологического, успокоенности какой-то, какой-то нирваны достичь. По сути дела, нирваны, которая похожа уже на сон, на какую-то кому, на какое-то, может быть, на впадение в какой-то анабиоз. Христианство не проповедует апатии. Да, не проповедует, вернее, неправильное слово, а акедии, да, то есть безразличия. Христианство не проповедует безразличие, да, проповедует апатию, но правильном понимании, бесстрастность. Что такое апатия? Это бесстрастность. То есть у нас неправильное слово используется. Да, христианство проповедует бесстрастность, но не безразличие, не анабиоз, не кому духовную и психическую, психологическую кому, а проповедует Царство Небесное, пришедшее в силе. Радость проповедует. Эта радость дает Сын Божий. Что касается такой явленности, о которой шла речь, да, это не та явленность, которая призывает к себе человека. Это насилие. Вот убедите меня, логически меня убедите. То есть буквально проявите ко мне логическое насилие, чтобы я как гипнотизированный пришел в церковь. Вот убедите меня логикой. Но христианство не проповедует такого рабства. Я называю вас друзьями, говорит нам Господь. Мы должны, милости хочу, а не жертв, мы должны прийти сами. Но Господь не проявляет никакого насилия над душой. Ни психологического, ни логического. Ни насилия чудом. При этом надо понимать, что мы видим, что Господь, да, являл чудеса, насыщал голодных, исцелял больных, воскрешал мертвых. Но это ничего не поменяло в людях. Если в сердце нет любви к Сыну Божьему, то никакие чудеса, которые, по сути дела, тоже являются вот в этом контексте нашего разговора неким насилием, они ничего не решают. Да, на какой-то момент можно быть таким контуженным чудом. Вот при этом что-то явилось, что-то невероятное. Но человек так устроен, что какие бы невероятные вещи с ним ни происходили, они рано или поздно притупляются, и он забывает об этом. В том числе и о каких-то благах, которые нам посылаются. Наша неблагодарность – это еще одно из подтверждений того, что мы легко забываем и чудо, и промысел Божий, который нам явленно был показан, и благодеяния, которые нам даны, мы очень легко их забываем. При этом, действительно, еще важный момент. Мы считаем, что благодарность вызывается только тогда, когда действительно явлено какое-то особое благодеяние мне или какое-то особенное чудо, которое свершилось со мной. При этом мы не благодарим за те чудеса, которые нас окружают постоянно. Свет солнца, голубое небо, белый снег, зеленая трава. Таких чудес мы не воспринимаем. Такие чудеса нам не интересны. Хотя именно благодатные, благостные отношения к жизни, когда мы видим чудо в распустившемся цветке, в растущем ребенке, в родившемся ребенке в том числе. Разве это не чудо? В том, что нам дано такое чудо, что родился ребенок. И мы это не воспринимаем чудом. Хотя иногда ребенок действительно может явиться, родиться даром, да, и быть даром, и родиться чудесным образом, когда люди долго не могли иметь детей. Но люди все равно очень быстро себе присваивают это. Что нет, это мы сами зачали, это мы сами родили, мы сами воспитали. И вот когда вот начинается вот это присваивание себе, что мы сами родили, сами возрастили, сами воспитали,
тогда и мы видим, что Господь отходит от нас. Ах, вы все сами. Ну хорошо, действуйте сами. И тут мы начинаем уже, когда Господь нас оставляет, нас, верующих в себя, в свои силы, Он нас оставляет. Хорошо, если вы такие самостоятельные, я вас оставляю. Здесь начинаются у нас проблемы. И что здесь? Здесь разве начинается у нас сразу молитва? Ой, Господи, Господи, зачем ты меня оставил? Нет. Первым делом начинается ропот. Погодите, погодите. Только же сейчас вы думали о том, что вы сделаете все сами. Я сам заработал, я сам построил, я сам, значит, выучился, я сам достиг, я сам сумел. И только вот Господь вас таких самостоятельных оставил, вы сразу же начинаете роптать. Где же ты, Господи? Почему ты явленно не явился и явно мне не показал свою промысел, свою заботу обо мне? Как же, как же? Он о тебе только что вот постоянно заботился. Но только ты стал очень взрослый, большой. Ты хотел, что, ты говоришь, что ты все делаешь сам. Он не стал тебе мешать. И тут же у нас возникает непокаяние, что я Бога от себя отогнал. И от Него отказался. Своей бездуховностью. А то, что Он наш должник, опять же, Он виноват, что не исполняет своих обязанностей. Телефонный звонок. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните. Добрый вечер, Глеб Борисович и батюшка. Я коротко. Вот плод веры. Не я одна. Очень хочется верить и принести плод, хоть бы горчичное зерно. Стараешься, и многие люди, ничего не получается. Апостолы и то сомневались, не верили и предали его. А как он им дал такую веру? То есть веру дает Господь, или человек как бы не старался, что бы ни делал, ничего не получается. Мне кажется, веру дает только Господь. Права или нет? Спасибо. Как вас зовут? Татьяна. Татьяна, конечно, Господь дает веру, без всякого сомнения, но Господь не мерою дает, не мерит, Он дает щедро. Вопрос в том, насколько я способен это принять, насколько я это усваиваю, насколько я потрудился, чтобы усвоить. Вот в том числе мы сегодня, у нас была сегодня речь и про святое причастие. Часто сравнивают святое причастие с лекарством. Вот это лекарство, это самое главное лекарство, необходимое нам. Но давайте, дорогие, сравним вот это, принесем действительно вот этот пример на нашу земную жизнь. Врач говорит в поликлинике или в больнице, прописывая какое-то лекарство. Это лекарство только тогда подействует, принесет вам пользу, если вы поменяете свою жизнь. Откажете от вредных привычек, тире от грехов. И измените свой подход к еде, к питью, к режиму дня. Измените свое отношение к физической активности. Будете больше двигаться. Тогда лекарство, которое мы вам прописываем, оно подействует на ваше давление, на вашу печень, на ваш желудок, говорит врач. Хотя я скажу, что уже врачи приходят больше к такому выводу, что люди ничего менять в своей жизни не будут, просто уже прописывают лекарства. Так вот, так же и с лекарством духовным, что бы это ни было, в том числе и святое причастие. Оно тоже действует только тогда, когда я усваиваю его правильно, когда я правильно его принимаю, с благоговением, с дерзновением и с приготовлением. И также веду свою жизнь в соответствии с тем, что я провозгласил. А что я провозгласил? Не дам тебе целование, как Иуда, говорю я перед чашей. И приняв причастие, я, выходя из храма, я не достаю пачку с сигаретами и не начинаю курить. Хотя это очень часто можно видеть даже и у храма. Я не прихожу домой. То есть не должен приходить домой после причастия и открывать бутылку водки, наливать себе стакан и говорить, а сегодня Пасха. А сегодня, или там, сегодня Рождество. Грех не выпить. Так каких же плодов веры мы ждем, если мы сами, даже получив дары Святаго Духа, возвращаемся к еще худшему состоянию, которое было, может быть, даже до исповеди. Оправдывая себя какой-то даже ложной традицией или правилами жизни, может быть, не знаю, там, семьи или, как нам кажется, нашего социума. И действительно, мы в этом плане кардинально отличаемся от древних христиан, которые безоговорочно меняли свою жизнь.
Мы же хотим себя называть христианами, сравниваем свою жизнь, свою церковность с древней церковностью, но при этом хотим жить как язычники. Вот здесь кроется большая проблема. Что касается плодов бездуховной жизни, чтобы нам понять, что же такое плоды духовной жизни. Самые страшные плоды бездуховности – это плотские грехи. То есть разврат, пьянство, наркомания, которые начинаются сначала телесной праздностью, леностью, нарушением постов, чревоугодием, винопитием, а дальше все остальное, что уже было перечислено. Но страдает от бездуховной жизни не только человек, который сам ведет жизнь невоздержанную, бездуховную. Страдают невинные люди. То есть семья, это могут быть отец и мать, престарелые, которые живут с пьяницей или с блудником. Да? Страдает жена, там, или может даже и муж, у которого, может, жена увлечена какими-то страстными вещами. Но самое главное, страдают невинные дети, которые видят, во-первых, греховную жизнь своих родителей, своих старших, взрослых, сродников. И главное, что они мучаются, они не получают детства. Самое главное, фундамент счастливой жизни, фундамент счастливой будущей жизни – это детство. Если детство омрачено жизнью бездуховной взрослых людей, детство ребенка омрачено бездуховностью взрослых, тогда мы еще более повинны. Мы выпустили в жизнь инвалида, который будет тоже жить бездуховной жизнью, и спасаться от бездуховности вином, чревоугодием или блудом, и, конечно же, будет губить также еще одно поколение своим поведением, своим примером. И здесь, конечно же, вот мы понимаем, какая же польза от такого плода духовной жизни, жизни по вере, как воздержание, когда есть дисциплина, есть мир, тишина, в той же самой семье. Действительно, когда семья – это не вертеп разбойников, а домашняя церковь. Так, поэтому, говоря, такой итог. Что же такое ощутимый плод духовной жизни? Это семья, домашняя церковь, а не вертеп разбойников. И плод бездуховной жизни – это когда семья превращается действительно в вертеп разбойников, в притон, где возрастает не новое поколение счастливых людей, а новое поколение глубоко несчастных, обездольных духовно людей, будущих духовных банкротов, которые породят еще одно поколение таких же несчастных людей. Но при всем при этом мы можем ощущать себя, будучи блудниками, развратниками, пьяницами и прочее, при всем при этом мы можем ощущать себя достойными плодов духа, потому что как бы это для нас кажется, вот мы этого достойны. Мы этого достойны, мы должны к этому стремиться. Любой человек достоин жизни светлой, именно не просто жизни какой-то материально обеспеченной, а достоин человеческой жизни, потому что он есть образ и подобие Божие. Только достигается это, как, например, материальное благополучие достигается большим трудом. Люди многое что делают, чтобы достичь какого-то богатства. Также и богатство духовное достигается тяжелейшим трудом. Пролей кровь и получишь дух, говорили святые отцы. Поэтому надо пролить и пот, и кровь в духовной борьбе за самого себя, чтобы достичь достойной духовной жизни и сладких плодов духовности при жизни земной и в жизни вечной. Спасибо, дорогой отец Александр, за то, что вы нашли время и пришли к нам на передачу. Благословите наших телезрителей. Дорогие, всех благ, всем помощи Божией и всем Божие благословение. Спасибо, Господи. Протоиерей Александр Рябков был сегодня в нашем эфире, настоятель храма Дмитрия Солунского. Храм находится в Коломягах. Спасибо вам, дорогие зрители, за то, что вы нас не покидаете своим милосердием и молитвой. И спасибо за все ваши звонки. Оставайтесь на Первом православном. До свидания.